Я вижу центральную какую-то колонну, да, или что это такое? Давайте туда сгоняем. Там и виды могут быть, а может быть какие-нибудь сундуки. Что это за хрень? Where do you come from? Эта хрень называется драконы. Прям непростые драконы. Ну, у меня типа есть свои. Кто там, Дюрневир? А, вот она. Окей. Окей, whatever. Давайте мы так. Ух ты. Нам определенно потребуется помощь. Сопротивление какое-нибудь. Например, вот это. Плюс. Может быть, что-то для регена. Окей, whatever. Здрасте, здрасте. Фотоохота за драконами, пока народ развлекается. Вот, ух ты, господи. Надо еще и смотреть, куда идешь. Я так не кстати застрял, конечно. Чё, всё? Чё, всё? Так, осталось двое, да? Их три дракона, что ли? Привет. Мордочка какая. Да, а я, кстати, себя нехорошо чувствую, но у нас есть зелье. Ух ты. Да, это душа пошла. С такими спецэффектами. А там, кстати, наверху есть какая-то платформа, что ли? Да, это прям архитектурное местечко. Окей, как-то он медленно летит. Сейчас передумал. И вот этот тоже передумал, но в другую сторону. Это что за... Пардон. Кто-то там портанулся. Или это... Сирана призвала... своего друга кого-нибудь. Лучника, да. По-моему, больше некому особо. Ну чё, как вас, ребята, всех зовут? Но
где я в неудачном месте. Мне теперь придется вниз спускаться, потому что наверх я не заберусь отсюда, наверное. А может заберусь? А, не заберусь. Окей. Хорошо. Да, тебя мы тоже соберем. Кости я, наверное, обратно не потащу, потому что у меня никакого веса не хватит на это счастье. То есть было бы неплохо, но таких сумок, как в Neverwinter, у меня здесь нету бесконечного веса, да? Поэтому мы возьмем что-нибудь так, чисто. Компактно золотого. А это что такое? Лунный камень? Нет, не золото. Окей, ну это одна душа. Это вторая душа. По-моему, я душу-то забрал, но вот скелет не получил. Угу. Насларум, а того как звали? Ивасларум. Может, они братаны?